прежде. Это я поднимаюсь. Подожди, я слева слышу. Да, из двери закрывается, что ли? Минус. Закончил стамина, братан. Минус. Заходит хуйлок какой-то. Шок. Опа. Теперь. На живуху у нас с одним уёб. О, блять, у него пистолет, нахуй. На живуху не будет. Хуй ему, блять. Он меня целится. Он не знает, что я нахуй задом могу бегать, блять. Я нахуй в кепке, ёптать. Гопарь с ножом. Погнали, резня, блять. Резня. Ёб твою нахуй, блять, народу-то сколько. Братан, заходи. В общем, в каменке пара хуил, блядь. И это так. Да эти хуилы сейчас сюда придут. Я один из них с пистолетом уже. Пистолетом, блядь. О, куда есть хуй? Сейчас я подойду. Бля, да это трэш просто. Бля, я женскую рубашку нахуй напялил. Уже слышу стрельбу. Ну, у меня все чисто. Блин. Ну и лута нет. Ага, и группа нахуй скинула. Это зомбак. Забавно. Когда время будет, посмотри, ты походу в группу. Пиздец, меня выкинуло. Тихо, Паша.
Чё тебе выкинуло? Соединение с серым дозором. Да, это зомбач, блядь. Бля, братан, я на базе нахуй зарезался, что за хуйня происходит вообще, блядь? Иди сюда ко мне. Погоди. Да я все уже здесь облутал, блядь. Блядь, зомбач, ёбаный, да. Открою дверь сейчас. Заходи. Моя парень. Ладно. Спасибо. Че, я перебинтуюсь? У меня настройки сбились. Здесь какой? В самую дальнюю иди. Вот. Че, я перебинтуюсь? Давай, давай, давай. Надо уходить отсюда. У меня патроны. Вообще ничего. Закрыл дверь. Хорошо. Что за пиздец происходит вообще? Я не знаю, я убил уже человек 5, блядь, за все это время на этом сервере. Понял, чё, выходим? Бля, он мёрзнет, спали. Ну, а мой мёрзнет. Да и мой тоже мёрзнет, без штанов. Давай, смотри. Давай, я первый пойду. Как тебе сетка моя? Никак-то. Это вот эта маскировочная... Нет, маскировочная сеть, вот эта, которую мы находили с тобой постоянно. Понял. Ты чё, её напялил, нахуй? Да. Понятно. Ладно, все, я пошел, да. 20 патронов осталось, пошли, блядь. Надо долутать быстренько. Но тут была стрельба. Здесь ебашивал был. Кого долутать? Вон зомбач мертвый залез. А, это я с человеком перепутал. Ну, в каске был, я его перепутал с человеком. Пошли на верхний. Ага. Облутаем верхние дома и нахуй отсюда. Мое такое предложение. Согласен. Ствол с патроном. Возьми снайпа с патроном. Нет. А ты рюкзак забрал? Он лежит. Нет. Бля, Миша, один патрон, ты чё издеваешься? Да насрать. У тебя вообще по оружию как бы не очень.
объективно. Выкинул МБР. Тут, блядь. Рюкзак я не забрал, я его не нашел. Самый дальний это лежал. Здесь труп. Депо. С оружием труп. Отлично. Ну подбирай, блядь, оружие у него. Бля, братан, да мне некуда нахуй подбирать. Ну, магазин, забери себе. Или тебе патроны нахуй не нужны, блядь. Так я выкинул уже. МБР, нахуй мне магазины. Потом, знаешь, подберу. 5-7 с магазином. Бля, рюкзак нашел. Пойду заберу. Не, П-350. Я забрал пистолет. Потом будем разбираться. АЕК. Забрал эту хуйлану кошку. Аукстейр и АЕК. АУК не бери, нахуй не нужен этот мусор. Бля, я думал, это штаны. Это нихуя не штаны. Пойду вот. В соседнее здание. Труп валяется из зомбача. Сзади, чувак, сзади, вот здесь. Где? С оружием. Ага. На метку. Я понял. Он бежит, да? Нет, это зомби бежит за мной. Чувак, там же? Не знаю. Зомби, блядь. Они здесь как агрессивнее, слушай. В разы, блядь. Ты на улице бегаешь или зомбак? Зомбак. Побайчи. Я вышел, чекаю. Пока никого. Надо бы магазин забрать. Хуйло где-то с оружием там гоняло. Нет. Это ты сейчас стрелял по зомбачу, правильно? Да, 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 да. Но у меня вариантов не было. Говнарь наебался. Так, патроны, да, я не должен, хорошо. Ты заряжаешь? Да, да, да. Я пистолет заряжал. Так, я здесь забрал. Я сейчас щелкать буду. Ну хотя бы хочу хотя бы один полный магазин на автомат. Ну заметил, да, здесь зомбачи агрессивнее. Ну да. Чего? Это я дверь открывал. Хорошо, понял. Так, рядом со мной зомбачи шарят. Я могу, в принципе, снять его с этого Сузи. Да не надо. Ладно, нам рано или поздно надо выбираться отсюда. Я все залутал, что можно было залутать. Так, все хорошо. Ну, выбираемся сейчас. Магазин заряжу.
Это я бегаю рядом с тобой. Открыл я. О, ремешок с кучей всякого говна. Ебать, сколько тут. Где зомбач, блядь, его? Вот он, еб... урод. Блин, заебал, блин. Закрывай калитку. Так, тебе зомбача я сейчас немного запущу. Запускай. Запусти. Сейчас у меня отрегенится. Давай, давай, я пока магазин отчу. У него, если что, есть полевой жилет, и я его забрал. Полевой жилет у того. Мне не нравится, что здесь вот это окошко есть. Чего у тебя по оружию есть? Да у меня дохуя. Микро-УЗИ, МП-5, три пистолета, АЦР. Тихо! Ага. Слышишь дверь, да? Ты бегаешь? Я пробежал, да, проверил. Ко мне заходи. Закрывай. Блин, это как его зовут? А, во, заебись. Вектор у него. СЗ Скорпион, АЦР. Прилично. Ремень с него сделали. Вместе. Хочу так. И он на М249. Скорпион. Так, это без магазина, понятно. Без патронов. Бля, 5,56 на 45, идеально, нахуй, я сейчас заряжу АЦР. О, слушай. А, сетку возьми. Дай-ка я этот... Мне надо АЦР сменить. О, кстати, аптечка, он валяется. Забрал. Так. Блять, надо куда-то сесть, разгрести все, что у меня внутри. Вот это трэш. Столько хлама. А церковь ты забрал, что ли? Нет. Нет. Сейчас я ремень хочу у него забрать, но ремень без даты. С модулем. Да ебать. Да, блядь. Так, а он уничтожит, что ли? Да, я его распидрась. Ну, ладно. Так, скорпион, что ли? О, штаны. Патрульные штаны. Штаны, блин. Хуи. Штаны. Хорошо, штаны. А сетку даже не тронула, слушай. А сетка вместо чего надевается? Отдельным слотом вообще идет. Вот видишь, у тебя эти, скажи мне, жетон. Видишь? Ну вот он, рядом с жетоном слева. А чё, ты боишься, что я всех убью из тебя? Да боюсь, меня на подходе где-нибудь захуярит, а ты там будешь развлекаться. А? Я же он без штанов, нахуй, без всего. Я снял шорты. Хуя зомбач, блядь, дебил. Это было правильным решением.
Зомбачил на этом скале. Зомбачил. Пиздец ты, блядь, просто нахуй замесил. Блядь, человек 6. Со своим СТГ нахуй доисторическим. Блядь. Швайны. I'm fine and drinking, I'm not safe for love to sound and drinking, though I dost. Я захожу, дверку прикрою. Пояс военный, не сбей. Просто, нахуй, гроза Павлова с СТГ-44, блядь. В первой комнате. Мне нравится этот сервак, однозначно. Еще бы, нахуй, блядь, настрелял. Так у меня военный пояс есть. Хороший сервак, конкурс интересный. Best Combat Pack. Не-не, рюкзачок есть. Снайпер. Нет, это вот этот хуло в тебя стрелял. Какой? Да вот, я убил тело, блядь. Ёб твою мать. Заебал ты. У меня, блядь, мой этот. Фашинган, блядь, тащит, блядь. Чё меня убили? А ты умер, что ли, блядь? Вектор. Да, я умер. Сука. Беги ко мне, блядь, сюда. Резайся рядом, беги ко мне, блядь. Нету реса в этом. Ну сразу беги напрямую, с этого недалеко бежать. Каменки, да. О, прикинь, я зарезался рядом с Павлом Милицей. Ну прям ко мне беги, я здесь буду тебя ждать. Бля, да пиздец, он что, как он подкрался так сзади? Он залогинился, походу, слушай. Я сначала подумал, что ты. И причем он меня снял там буквально с одного патрона. А он остановился, походу, посмотрел, пока я в дальнем этом был. Не, я же комнаты за тобой еще раз проверил, там никого не было, я не знаю, куда он взялся. И я говорю, он зарезался, скорее всего. Куча говна у него вообще, блядь, шлакоблок, блядь, какой-то нахуй. Так, да. Я тебя буду дождался. Да-да-да, полум. Он мне принес. Нет, братан, он не зарезался нихуя. Он где? Ну, я не видел в логах, чтобы он заходил, либо логи просто не догрузились. Может, логи не загрузились. Он не мог зайти. Да вот и я удивлен, как он с 3 метров, если я проверил комнату, все прошел. Не, он прям появился, прям в бараке появился. Да, я не слышал тоже, чтобы двери открывались. Поэтому... Хотя двери были открыты. Не-не, я закрывал дверь. Двери были открыты, Паш. И внешняя была открыта, да? Ты все двери были открыты. Да, походу мы дохуя пиздели. Ясно. Значит, он за нами забежал. Угу. Ну, я лут весь выкинул на пол. Полезный. Поэтому, если что, подберешь. Там есть для тебя ключа. Бля, я заебался, да нахуй. Я просто третий день только умираю. Никак что-то не получается войти в режим. Я сейчас вообще пацана не слышу. Да я тоже. У меня опять, наверное, магазин разнёс. Разнёс там, наверное, всё к хуям. Возможно. Это, я так понимаю, выбежал просто, ему нахуярил.
Да, я выбежал, стоит тело, я тебе говорю, ну, сказал тело, и ты такой снайпер. Мы одновременно сказали тело, я тебе сказал снайпер, вот ты мне такой снайпер. Я тебе говорю, нет, не снайпер, а тело. Да. Я его просто, блядь, бог разрешетил с этой, блядь, фашистской винтовки, блядь. Что-то Михаил топ по убийствам, что ли, сегодня, нахуй, на серве. Мне 450 метров. Я не выхожу с этого. Я пока разряжаю. Ну, у тебя есть где-то оружие будет, на самом деле. Надеюсь, он мне там этот АСР-ку не поломал, нахуй. Блять, до меня выкинуло. Да ёб твою мать-то, сука! Ну, это у тебя с интернетом что-то. Да блять, 47-й в очереди. Ёбаный в рот. Это у тебя с Пиздец. интернетом беда. Да понимаешь? Там сейчас... Хотя нет. Два каких-то пидораса, блядь, присоединились. Не, я, наверное, все на сегодня. Похуй. Что осталось, то осталось. А чё ты? Ну, Давай блядь. до 10 хотя бы. 46-й в очереди, братан. Я до 10 буду в очереди Да сидеть. не факт, ну быстро же заходили это время все. Ну давай, 10 минут, сейчас посмотрим. У меня там ничего особо ценного. Патроны можешь выгрести, да и все. А, ну и СЦР-ки магазин снять. Хотя у тебя и так два полных. Да, ну. Просто патроны выгребли, да и все. На магазин проще. Не-не, я имею в виду патроны из инвентаря. Ебанутый, блядь, сервак какой-то, нахуй. Да, кстати, Выкидывать все по целое. КТ. Блять, почему Заебись. меня не выкидывать? Я тебе говорю, это с интернетом какая-то ебала. Не делай, братан. Ну, был бы лаганный сервак, наверное, меня бы тоже швыряло бы, блядь. Логично. Или нет? И знаешь, что сейчас будет, мне кажется, что я сейчас зарезаю. И буду типа в этом, типа в каменке. Потом меня выкинет Типа еще хаш. раз. Ну, говорим. И я буду уже за своего персонажа. Ну, посмотрим сейчас. У тебя, видишь, вот целый. Так, если что, я магазины снял. На всякий случай. Он у тебя что-то сглушен, да? Да, Вектор. Скорострельный пистолет-пулемет. Опять ебучий вектор. Почему так быстро? Ну, реально, прям с одного патрона мне нахуй В всадил. голову. С учетом того, что я типа там двигаться пытался. Он тебе в спину дал, Паш. Хуй его, блядь. Так забавно, что шлем по-хорошему должен закрывать заднюю часть головы. Ну, или боковую. Буха куда-нибудь. Но у тебя весь шмот целый, кстати. Шлем-то целый или нет? Да. У тебя весь шмот целый, вообще весь. Чудеса, иначе. В лицо, может, попал, еще куда-то. Блядь, что ж за нефарт-то такой, нахуй? Хочу выйти с этого врага.
Интересно, а через сколько труп будет исчезать? Я раскидал все на пол. Интересно. В основном. Я потому что за 5 минут на 2 места в очереди продвинулся. Вообще все остальное у меня лежит. Ну я пошел дальше пока. Ну тебе нет смысла меня ждать. Я думаю, забей хуй на этот труп. Там ничего особенного нет. Залутают. Да, если бы ты еще куда-нибудь. Если бы ты куда-нибудь от церкви бы еще прилетел в мою, чтобы я не с голой жопой зашел. Ну, ты зайдешь с голой жопой, скорее всего, потому что я не приищу никуда. Ну, пол валяется. Ладно. Ну я ее физически никуда не тяну. Меня пробить. Я понял, да, здорово. Здесь тоже база изменена, слушай. Больше этих? Супер. Для этого нужна противопехотная мина, блядь. Поставил на вход, блядь. И никакой у них банды заебёт. И выйти не можешь. Разминируем. На пробу можно разминировать. Тут шмот, слушай, здесь более все по шмоту сделано более грамотно. Здесь нету нецепляемых, блядь, ответов. Ну да, прикольно, что на жилет вся хуйня раз-раз-раз нацепил и... А никак, не надо... никак в этом парадайсе, где ты нашел что-то, и оно никуда не начинает подцепляться. На, так хочешь. Ебать, огромный рюкзак. А, ну так уж надо. Угу, 42-й очереди. На 3 продвинулся. Кондей включу сейчас. Блять, да кто это бегает? Ой,
Ебать, у меня есть зомби-апокалипсис. Хуеет. Ебать. Че, смотрю, ты еще одного заебашь. Да, у меня здесь начался зомби-апокалипсис, блядь, пиздец нахуй.